После окончания Первой мировой войны был подписан Версальский договор, и он является одним из самых известных договоров в истории человечества. Имея неоднозначную репутацию, был подписан после победы Антанты над Германской империей, и он сделал несколько вещей. Он ограничил численность немецкой армии, демилитаризировал Рейнскую область, потребовал огромных репараций и, возможно, самое главное, заставил Германию отказаться от этих земель. И многие люди осудили Версальский договор, дескать, он является необоснованно суровым по отношению к Германии. Хотелось бы добавить, что это видео не будет говорить о том, вызвал ли Версальский договор Вторую мировую войну. Однако возникает один вопрос, насколько пагубной для Германии была Первая мировая война и насколько суровым был на самом деле Версальский договор. Что ж, лучший способ понять это – взглянуть на современные договоры и те, которые были подписаны еще до того, как началась Первая мировая война, чтобы увидеть, что считается нормой. Очевидно, что Первая мировая война была самым кровавым конфликтом, который когда-либо видела Европа до этого момента, вследствие чего это надо учесть. Поэтому в контексте остальных мирных договоров, касающихся Первой мировой, можно понять, что Версальский договор был на самом деле не очень-то и суров. Та же Австро-Венгрия по договору Трианона была вообще полностью распущена. Австрийская половина империи утратила эти территории своим соседям, многие из которых стали совершенно новыми нациями, а это была венгерская половина, которая имела еще худшие обстоятельства. Во многом, как и Версальский договор, Трианон ограничил численность венгерских военных, потребовав военных репараций и также отнял территории. Германия потеряла 8% своей общей земли и 10% всего ее довоенного населения к моменту подписания договора. В то время как Венгрия была лишена 70% своих общих земель и 65% ее довоенного населения. Так что я думаю, что мы можем с уверенностью сказать, что договор Трианон был безусловно жестче. Конечно, сравнение сторон с другими договорами о Первой мировой войне не столь логично, поскольку это была та же самая война с теми же победившими странами. Так что насчет предыдущих мирных договоров Германии, насколько они были суровы относительно ее значимости? И первое, что мы рассмотрим, это Брест-Литовский договор, который был подписан между центральными державами во главе с Германией и вновь образованной Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой. Что ж, это официально оформило поражение Российской империи и продемонстрировало, что Германия ожидает, когда уже другие страны сдадутся таким же образом, которых, к слову, уже было немало. Российская империя была лишена примерно 30% населения, в зависимости от того, считается ли Финляндия, претензии на которую были отменены коммунистическими властями. С точки зрения земли, потерянное ее количество было небольшим, по сравнению с огромной Российской империей. Однако Россия все равно была лишена густонаселенных индустриально развитых регионов. Было также приказано выплатить около 6 миллиардов марок в качестве компенсации Германии. Для сравнения, Версальский договор обязал Германию заплатить 130 миллиардов. Марок. Поэтому союзники действительно ожидали получить хотя бы треть от этой суммы, и с точки зрения промышленных потерь, Германия потеряла почти все свои потенциальные возможности. Конечно, это игнорирует тот факт, что Рейнланд, промышленный центр Германии, должен был быть оккупирован в течение 15 лет. Хотя 15 лет явно лучше, чем навсегда. Так что по сравнению с Брест-Литовском, Версаль выглядит намного мягче. Так что насчет договоров до Первой мировой войны? Например, наиболее очевидный договор – это Франкфуртский договор, положивший конец Франко-Прусской войне 1870 года. Известно, что это привело к аннексии Эльзаса и Лотарингии Германией, когда Франция потеряла примерно 4% своего населения на 2,5% своих земель. Кроме того, французы должны были заплатить 5 миллиардов франков в виде репараций, доход которых длился около 3 лет. Число, которое потребовал Версаль, составлял около 20 лет правительственного дохода. Итак, чтобы заключить, насколько суровым было наказание относительно, надо подумать. Ну, честно говоря, не очень. На самом деле это было довольно заурядно с точки зрения требований. Страны, которые проиграли войны, должны были потерять землю и заплатить репарации, хотя в Германии потеря земель в основном включала потерю немцев. Ну что ж, вопрос, что сделало Версальский договор настолько трудным для немцев, что они ж потеряли свою гордость?
Оригинальные французские планы заключались в том, чтобы разделить Германию как Австро-Венгрию, чего не случилось, потому германцы были единой нацией, вследствие чего Версальский договор был не таким суровым, каким мог бы быть, что значит, что немцы просто не знали другие, более болезненные договоры. Ну а я надеюсь, вам понравилось это видео и вы напишите, надо ли вернуть прежние немецкие земли обратно в Германию. Ну а я пока пойду. До скорого!